уважаемые жители Ногайского района, уважаемые гости. Прежде всего хочу поздравить всех жителей Ногайского района с этим прекрасным событием, с введением в строй такого прекрасного спортивного сооружения. И то мероприятие, которое сегодня запланировано и проводится здесь, я целиком и полностью уверен, что она послужит и даст дополнительный стимул и темп развития спорта на территории Ногайского района.